И снова всем welcome, это снова я, DNGP. Сегодня у нас видео про стоенник в Японии. Самый известный стоенник в Японии — это магазин Daiso. И я думаю, те, кто бывал в Японии, они знают. Ну а те, кто не бывал, вот для них как раз я тоже покажу, расскажу, что в нем продается по 100 йен. Это примерно 40-50 рублей, где-то так. И какого качества товары. Вы этот магазин можете найти где угодно, во всех станциях практически, во всех больших моллах он есть, и не составляет труда найти любой из этих магазинов. Но в данном случае я нахожусь на станции Шинирегаока. Здесь очень большой магазин, как бы даже гипермаркет, можно сказать, этого магазина Daiso. И там продается много всяких вещей. Ну что, пойдем посмотрим. Такой вход, представлены сразу товары прямо перед входом еще. Цены здесь не указаны, но это все сразу понятно, что по 100 йен продается. Если где-то больше 100 йен, то там будет написано 200-300 йен. Видно, что несколько, 6 касс здесь и огромный выбор товаров. Вот как видно, да? Вон там. И вон там. Ну что, посмотрим, с чего бы начать. С этой стороны здесь даже продуктовый очень большой отдел находится. Но, если честно, я бы начал бы с какого-нибудь бы такого мелочевки. Это, например, вот товары для девушек тут разные. Всякие вот заколки для волос. Честно скажу, я здесь первый раз, поэтому, если честно, я не знаю, что здесь есть. Потому что обычно они намного меньше, эти Daiso, и выбор меньше товаров. Но здесь выбор огромен. Просто вот крема разные для рук, для лица. Маски продаются. Тоже по 100 йен маски. Пойдем сюда посмотрим. Вот, пожалуйста, термобелье. Ну вот, как я говорил, если товары стоят больше, то у них цена сразу написана вот здесь, 500 йен. То есть, вот есть по 300 йен товары. Но это такие вот товары, которые большие и дорогие. Имеется в виду, вот, например, типа шарфа вот по 300 йен. Так вот, на зиму как раз сейчас. Ну, качество, я вам скажу, достаточно хорошее. Ничего там не вылазит, какие-то вполне сносное качество и недорого. Как бы, ну что, шапка за 200 йен, это прям вообще копейки по японским меркам. Ну, на сезон хватит поносить, а потом можете себе выбрать что угодно. Тут у них даже цветы есть, искусственные цветы, часы, декорации. Вот здесь, кстати, интересные такие декорации есть для цветочных всяких оформлений и просто. Вот я таких, кстати, вещей не видел в России. Вот, смотрите, мини-бочки такие. Вот, например, дизельное топливо. Они реально металлические, это алюминиевые бочки. Их можно там вот открыть, туда внутрь что-нибудь засунуть и хранить. Вот такого плана. Интересные бочки. Палеты вот для ящиков тоже. Тут вот пивные ящики. Удобно. Сделано такое, типа, мини-дизайн для каких-то экспозиций. Ну, тут разные, это уже хлеб, хлебобулочные изделия, магнитики. Все по 100 йен, как я уже говорил. Здесь это где-то 50 рублей сейчас, по-моему, на наши деньги. Вот такие вот обожженные деревянные ящики для цветов, для горшков, все что угодно. Тарелки вот удобно купить здесь можно. Но есть, конечно, подороже вот тарелки, вот 300 йен, но когда вы только приезжаете в Японию, я думаю, как раз если вы приехали только в Японию, вряд ли у вас будет какие-то посуды или еще что-то. Самый вариант — затариться вот в Daiso. Это можно и кружку взять себе недорогую, можно и посуду взять себе недорогую, и какие-то вещи для дома, там те же самые вот
ящики для хранения вещей. Вот такие вот с крышками. Прям кладете туда и крышкой закрываете, удобно хранить. Ну и также вот, например, если вы любитель раменов или еще чего-то, вот, пожалуйста, 200 йен, такая вот миска, удобно. Ну, можно взять также вот для суши, вот такие вот есть, и недорогие вот стаканы по 300 йен. Я считаю, самое то, вот для продуктов хранить ящики. Ну, здесь уже, конечно, не по 100, где-то по 500, по 200, по 300 йен. Вплоть до вот таких вот сетов наверху. Вот есть интересное. То мы пришли то, что для кухни здесь. Очень рекомендую, если вы любитель суши или соусов каких-то, приобрести, ну, что-нибудь типа таких вот штук, чтобы наливать соус себе. Потому что из бутылки постоянно неудобно наливать. Это вот вариант такой вот лучше будет. Потом вот как вот для чая заваривать. 500 йен такой вот стоит. Тоже стекло нормальное, качество. Ну, ничего такого нет, чтобы прям какой-то дешевизной отдавал. А на обычный чайник такой заварной. Это, кстати, скажу, товары все именно для Дайса сделанные, вот, то есть с лейблом Дайса, то есть они продаются только здесь, в этом магазине. Если вы где-нибудь там заехали в другой магазин, может быть, Канду или еще что-то, там тоже есть свои бренды и тоже свои товары. Ну вот, для готовки разные тут у них приспособления. Это уже мерный стаканчик. Но это вот если вы готовите, я думаю, must have такой вот. Вот или такой мерный стакан. Также удобное для готовки использовать вот такие стрейнеры. Или же вот такие вот stainless steel стальные из нержавейки. Да, это что касается вот кухни, готовки. Ну, также вот, что, вилки походные. Ну, барбекю вот небольшие шампуры, по 3 штуки, 100 йен, или по 5, вот здесь поменьше. Тоже разные ножики, это уже для кемпинга, для розжига. Вот я раньше здесь покупал всегда уголь, вот в таких вот. Если вы любитель шашлыка, это вот прям идеально. Вот 500 грамм и 100 йен стоит. Таких штуки 3-4 купить. И на 1-2 раза точно хватит. Это удобно. Тут у них вот показано походные варианты разные. Барбекюшница. Но тут уже, конечно, 100 йен она не стоит. Она стоит 1100 йен. Вот такая вот барбекюшница. Барбекю гриль. Типичная японская. Она компактная и очень удобно складывать. На 2-3 человека прям идеально хватит. Вот, тут даже для рыбалки что-то есть. Это я впервые в Дайсе вижу, чтобы для рыбалки были товары. Это очень большая редкость. Ну, в общем, здесь у них и крючки, и разные воблеры. Такие наживки разные, черви. Ну, в общем, прям вот этот Дайсе, да, обязательным к посещению, я считаю, ну вот именно большого размера, потому что в маленьких там особо ничего нету. Тут даже вон удочки продаются. Ну, не сказать, что уж прям такие дорогие, но для любительской рыбалки сойдет на первое время. Потом можно что-нибудь и получше купить, конечно. Что тут у них? Ну, это вот для... Эта штука называется как бы отпугиватель насекомых. Бросается в мусорный бак и, то есть, трындец им там становится. Васаби начинает. Это вот для кулкейса, да, для кулера. Туда загружается либо аккумулятор, либо лед. И спокойно можно
хранить какой-то охлажденный товар и удобные вещи. Так, ладно, что, погнали дальше. Ну, тут так все в целом будет. Вот те, кто палочки частенько использует, хотя их дают бесплатно в комбиниках, то, ну, здесь можно взять как бы себе упаковку или одноразовый посуду. Вот очень удобно для кемпинга, если вы собираетесь. Прям можно взять вот эти бумажные тарелки, 10 штук, и спокойно использовать. Ну, я, честно сказать, не знаю, почем они стоят в России. Ну, вот эти аккумуляторы, это если для кулер-боксов, вот использовать аккумуляторы здесь. Но это вот наборы для детей. Это, как вы знаете, бенто в Японии очень популярны. Вот здесь люди делают еду, в коробке закрывают и отправляют с ребенком в школу или в садик. И вот такие наборчики, они стоят 100 йен. Ну, здесь вот 150 ложки-вилки. Литровый бокс такой, 300 йен уже стоит. Ну, в зависимости от того, какого размера чего. Ладно, пойдем посмотрим. Как видно, там вон, там дофига еще, и туда еще целая куча. Но мы оттуда пришли. Мы сейчас потихоньку пойдем посмотрим, что здесь. Мне понравились интересные варианты здесь фонариков, вот такие. Вот. Есть белые, есть вот такие поменьше. 300 йен всего стоит, то есть для палатки прям самый то подойдет. Не надо какие-то дорогие брать. Вот такой вот. На LED там 500 йен стоит, 5 часов будет светить. Хорошая штука. Ну, либо вот тут показаны, кстати, наборы для готовки. Это вот металлические, как я понял, там внутри. Вот на огне можно разогревать какую-то еду. Ладно, погнали дальше. Полотенца бумажные, но это вот must-have, я считаю, тоже дома. Салфетки разные. Намного дешевле выходит, ну, покупать, если здесь. Такие вот одноразовые какие-то вещи, одноразовую посуду, одноразовые те же полотенца бумажные. Ладно, что тут еще есть? Для кухни, что тут? А, ну вот, губки здесь есть небольшие. По 3, по 5. Ну да, для кухни нормально сойдет такой вот наборчик взять, и норм будет. Что тут еще есть? Банки, склянки, очки даже есть разные. Тоже по... Ну, а очки, я думаю, не по 100 йен. Здесь вот для протирки очков. Вот такие разные ремешки на шею для бейджиков или еще чего-то. Зонтики. Зонтики тоже, по-моему, где-то по 200, по 300 йен идут. Но такие мелкие по 100 йен, по-моему, нет? 150, да. А вот чуть побольше уже там по 200 йен. По 300. Носки, гольфы. Что тут еще есть? Ну, женские вот товары. Чулки разные. Слитки. Вот такие игрушки есть. Прикольные. Это вот типа кошелька. Там внутрь. Туда можно что-то положить. Вот 300 йен стоит. Вот такие вот для детей. Мягкие игрушки прикольные. 500 йен стоит. Подушки для... Вот. Тоже для детей. Ну, там вот даже есть батарейки. Я думаю, эта штука, она даже что-то играет или поет. Ну, тут разные вот игрушки. В основном все по 500 йен. Вот. Хоть магазин и 100 йенник, но... Ну, вот есть по 300 йен такие вот игрушки. Ставь той. Чего только нет. В общем, блин, тут вообще выбор огромен. Но
Ложки, вилки тоже нормальные, стандартные. Даже есть золотого цвета, это для любителей золота. Вот Hello Kitty, это вот тоже редкость большая. Кстати, в обычных магазинах бывает, что не продается. Вот, а здесь продаются и для масла knife, для ножек, или вилка Hello Kitty. Вот это яйцо известное, которое в Японии, типа оно, как оно называется, уставшее вечно. Ну, тут вот палочки уже покрасившие. Кстати, никогда не подумать, что вот такие палочки стоят 100 йен всего лишь. То есть, вот, пожалуйста, вполне нормальные палочки, такие подарочные уже, а стоят 100 йен всего. Кстати, очень хорошее место, чтобы выбрать подарок тем, кто едет обратно и хочет что-то купить. Подарок, вот можно здесь разные тарелочки вот такого плана интересные. Тоже 100 йен стоит. Вот Дайсо все вот написано. Ну да, конечно, некоторые вещи делаются в Китае. Вот эта, в частности, тарелка делалась в Таиланде. Вот такие кружки даже есть. 300 йен. То есть увесистая кружка уже прилично. Что тут есть еще? Галстуки есть. Что для... Почем галстук? 200 йен. Вот такой чуть побольше. Я думаю, также примерно 200-300 йен. Вот даже футболки или как их там, майки, да, есть. Майки можно взять. Я не знаю, как бы... В Японии обычно все майки надевают под рубашку. У них это правило такое заведено. Ну, подушки для того, чтобы отдыхать, спать. Контейнеры. Контейнеры обычные 200-300 йен стоят. Такие вот для инструментов или что-то там, обувь туда положить. Что еще тут есть? Для обуви от освежитель воздуха, деодорант. 100 йен тоже стоит. А обычно в обувном магазине деодорант стоит примерно 1000 йен. Я вам смогу точно сказать. Ну, тут разные эти, на подушечку, ковры разные. 200 йен, хорошая ткань. Здесь, кстати, даже продаются эти, для того, чтобы сделать, ну, как сказать, сохранить форму для обуви. И есть даже некоторые девайсы, которые для увеличения размеров, ну, то бишь, туда вставляются, там, и в распор вставляются, и... чтобы размер чуть побольше сделать для кожаных изделий. Тоже удобная штука. Сейчас мы пойдем скоро, кстати, к сладостям, наверное. Ну вот они тут уже начинаются. Тут всякие конфетки туда-сюда. И здесь вот, кстати, очень вещи рекомендую, если у вас, например, в обуви, ну, обувь большая или там неудобные стельки. Вот здесь очень много разных на выбор стелек. И ортопедические вот такие вот. И вот для этих самых, для босоножек. И теплые вот такие вот, с войлока. То есть очень много, выбор большой. Я бы сюда зашел тоже. Ну, когда у меня были проблемы с одной парой обуви, я сюда приходил, если покупал стельки для того, чтобы было покомфортнее ходить. Особенно для туфлей это очень выгодно. Вот туфли, там жесткая подошва, и неудобно ходить долгое время по городу, по асфальту. Ну, здесь для подарков разные мешки, оберточный материал, шарики для дня рождения. Вот, пожалуйста, здесь day, там birthday или что-то еще. И номера разные, то есть можно выбрать себе непосредственно сколько лет, какой номер, надуть шарики. Ну, это для оформления. Также вот поезда здесь есть и даже железная дорога к ним. То есть вот она собирается вот так вот там, соединяется, и потом можно запустить этот поезд уже по этой дороге. Ну, это такие игрушки небольшие для детей, вот удобно.
Тоже 100 йен стоит. Вот видите, вот он как бы простенький поезд такой, но все равно детям и на первое время и такой сойдет. То есть не надо дорогие вещи покупать сразу. Все равно они будут с ними там играться, могут поломать. Такие, я не знаю, что за машинки это. Видимо, на автозаводе. То есть сначала оттягиваешь ее назад, и потом она как бы катится. Тут разные шарики, опять же, упаковочный материал. Вот здесь куча его продается. По 100 йен каждая вещь стоит. Вот типа такой ленты или там, к примеру, вот такая вот упаковка. То для тех, кто упаковывать любит сам, делать какие-то индивидуальные подарки для людей. Очень удобно, можно сюда зайти тоже купить и спокойно упаковать. Даже есть упаковочный материал, вот типа этой пузырчатые пленки, и к ней еще разные, вот мягкий материал, пакеты. Кстати, заметьте, в основном все пакеты бумажные, да. Сейчас же в Японии начали заботиться об экологии, то есть теперь они говорят, надо брать деньги с тех людей, кто хочет купить пластиковые пакеты, но при этом они также не предоставляют бесплатно бумажные пакеты как альтернативу. Ну вот здесь они представили много бумажных пакетов, как видите, вот недорогие, есть и большие, маленькие, бумажные, и даже есть немного вот такие вот пластиковые, но все равно за это тоже цена одинаковая, такая же, как и за бумажный пакет. Бумажный пакет, конечно, хорошая вещь, но в дождь ее не поносишь. О, туда же есть для рукоделия, посмотрите. Вот этого я не видел в Дайсо. Шерсть разная, цветная. И что-то еще тут, ну, булавки, всякая вещь, понятно. Носки вот показаны, какие можно связать, это их пример. Тоже вот, пожалуйста, разная шерсть, возможно, акрил даже, как она называется. Ну, даже для собак есть, пожалуйста, эти, одежка по 300 йен, вот такая в виде динозавра. Или кто это? Лягушка. В общем, он синий, акула там якобы. Чего только нет. В общем, тут прикольно. Пчела, вон что-то того. По 300 йен примерно стоит это все дело. Ну, для сада, для огорода. Вот там горшки, кстати. Ну, я тоже иногда немного выращивал у себя на балконе всякую зелень, уже, чтобы была свежая там укроп, петрушка, базилик. Вот, пожалуйста, здесь можно купить. Я, кстати, здесь и покупал горшки. Тут удобно, вот можно сразу за 100 йен вот сразу два горшка купить там, или, например, три горшка, в зависимости от размера. Также для них вон поддоны продаются. Большие горшки, конечно, по одной штуке продаются. Палки для подпорки, это если там высокие растения. И тоже по 100 йен. Но там не, по 100 йен не за штуку, а за, по-моему, 2, 3, 5. Вот здесь вот 2 идут. Здесь уже тоже 2. Тут по одной дальше уже идут. Ну, тоже удобная вещь. Можно взять, как бы, если вы занимаетесь садом, огородом. И также семена здесь. Но это уже для огородов. Но у меня таких площадей для высадки нет. Поэтому, ну, покупать семена моркови для того, чтобы в горшке их посадить, смысла не вижу. Поэтому, ну, тут вот для украшения этих горшочков разные фигурки. Кстати, прикольные фигурки, достаточно качественно сделаны, детализация вот очень хорошая. Вот видно даже, что это глиняные фигурки.
То есть она увесистая, это не пластик. Ну даже вот так слышно, что это камень. Вот такого плана тоже вот разные ежики какие-то, еще что-то есть. Ну и также другие семена. Вот здесь, кстати, зелень можно купить. Из японских, но я сейчас не буду тут перечислять, что тут есть. Хоренса, я думаю, это самый известный. Это вот такая вот шпинат. Вот. Или вот такой вот обычный. Этот немного другой формы, это обычный шпинат. Это самое популярное в японских меню. Самый популярный ингредиент. Это хоренса. Также вот мидзуна. Это обычная такая типа травы. Вкус особо не имеет, но так прикольно. Можно тоже в салатики подобавлять, если вы хотите. Ну, это обычные салаты, летос тут, да. Есть, кстати, вот такая штука, я не знаю, я вот видел, их уже выращивали и продают уже выращенные в магазинах обычно. Она такая немного кисловатая, насколько я помню, вот это типа щавеля чем-то напоминает, тоже прикольная трава. Вот щавеля я, кстати, здесь не нашел, возможно, где-то и есть. Вот, так что все ок. Так, что тут еще? Ну вот здесь уже перчаточки для работы. Кстати, хорошая штука, если вы работаете где-нибудь на байта и вам нужны перчатки там для... Вот эти перчатки намного лучше, чем вот эти такие вот тряпичные. У них и хват лучше, и все, как бы. Рекомендую. А здесь вот находятся у них инструменты. Ну, сперва можно подумать, что, ну, как бы, что тут за 100 йен ты купишь за инструмент. Это же будет полное говно. По факту нет. На самом деле очень многие инструменты я вот когда покупал, я до сих пор их использую. Ну да, конечно, это не сравнить с каким-нибудь там инструментом за 1000 рублей или за 2000 рублей, но что-то отремонтировать на первое время, там как такой резерв, скажем так, для дома, чтобы был вот, например, набор, отвертка или еще что-то. При этом я скажу, что, ну, это не одноразовая вещь, это не то, что вот один раз открутил и все, их трындец, это сломалось. Я вот такими отвертками, кстати, пользуюсь до сих пор, они ничего не погнулись, не сломались. Я самые первые такие покупал. Есть вот такой набор тоже, ну, как бы 200 йен стоит, да. Но такой вот стоит 500, но здесь уже видно, что материал достаточно качественный. И сделано это где? Ну, это в Китае сделано. Мне, кстати, нравится тайваньский инструмент. Вот из всех китайских инструментов я бы предпочел взять тайваньский инструмент. Даже вот такие есть ключи. Эти с трещотками. Переключаются. Пожалуйста. 13-17 на 440 йен вот стоит. Ну, как сказать, не проверял на качественно, не могу сказать. Но вот такой ключ я, кстати, брал. Нормальный ключ, что? Конечно, он не выглядит там каким-то дорогим инструментом, но, опять же говорю, на первое время хватит. Потом можно будет себе что-то другое прикупить. Но набор шестигранников, кстати, я до сих пор использовал. Типа такого. Нормальный набор, ничего не... Эти, как сказать, грани не стачиваются при использовании, так что норм. Ну, также по первости можно вон и взять всякий молоточек или что там еще вам нужно. Вот это, кстати, удобная штука, доставать что-то из узких мест, если что-то провалилось. Типа, как сказать, длинная рука называется, не помню точно. Ну и лебедки, рулетки, пистолеты для герметиков по 200 йен. Не знаю, не использовал, ничего не могу сказать. Здесь у них провода разные. Это проволока, стяжка, типа, или там еще что-то использовать. Ну и для болгарки, это если шлифовальные там или сверлильные
у вас есть девайс, то, пожалуйста, можно использовать. Насчет, кстати, красок не могу ничего сказать. Вот здесь краски по дереву, это для DIY уже пошло. Здесь разные вот такие вот мелкие деревяшки, тут разные полочки. Можно себе составить какую-нибудь небольшую даже вещь сотворить, имея инструмент и имея прямые руки, скажем так. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Ну вот здесь уже инструмент такой, покачественнее видно, что вот. Ножовка, вот, пожалуйста. Шлифовальный. Ящик для инструментов, точнее для мелких деталей, типа саморезов, еще что-то. Вот такие ключи, кстати, очень удобные. Ну да, они, с одной стороны, немного стачивают грани, если использовать часто. Но если у вас, например, нету других вариантов, там и на первое время и такого хватит одного ключа, там что-то быстро прикрутить, открутить. Но больше я не думаю, что его хватит. Газовый ключ большой такой, но очень короткий. Не знаю, как таким пользоваться, конечно, удобно или нет. Ну, вот такие обычные. Разводной ключ. Один из таких вот самых ходовых в Японии. Очень многие пользуются. Ладно, пойдем. Тут в целом понятно, что инструменты где-то по 300 йен. По 100, по 200. Там совсем дешевые. Кстати, вот здесь, вот я думаю, многим будет интересно уже для девушек. Это такие ленты, скажем так, тоже для оформления подарков. Здесь уже идут с разными, вот, с животными, еще с чем-то. Вот такие вот разные ленты. Для тех, кто ведет свой журнал или еще что-то, вот, можно прикупить. Это также есть, и они клеящиеся, типа, в виде скотча, а есть обычные. Даже есть тетрадки для занятий. Тут уже пошли констовары, но... Кстати, могу сказать, что ручки достаточно качественные. Я брал ручки в Дайсо. И пока еще ни одна из ручек не сломалась, ничего там, никакие чернила не вытекли, все ок. Фломастеры ничего не знаю, не могу сказать. Но карандаши, кстати, норм. Тоже карандаши брал. Нормальные карандаши за 100 йен вполне свою цену оправдывают. Ну, здесь вот наклеечки. Это вот, я думаю, у тех, кого есть дети мелкие там, или вот вы дневник ведете там. Вот. Тут прям большой выбор наклеек разных. Микки Маусы, там, Hello Kitty, что только нет. В общем, вот, видите, да, сами здесь выбор просто огромен. АБЦ там всякие наклеечки разные. Тут начались уже продукции для школы, в разные дневники. Вот, кстати, да, для расписания, schedule book, да. Вот такого плана тут Hello Kitty schedule. При этом они как бы внутри тоже красочные, очень красиво оформленные. Вот, многие покупают Disney, вот Винни-Пух тоже. И все это 100 йен стоит. То есть это, ну, не то, что как бы... Вещь, кстати, очень иногда редкая. Вот если особенно вы фанат Диснея, вот такую штуку найти даже просто в обычном магазине сложно. А здесь как бы можно взять. Ну, вот. Ну, есть и обычные. Опять же, для фанатов. Тетрадки. Или, а, это не тетрадки, это оригами. Это вот такие вот цветные оригами, бумага для оригами, если вы... Она вся одного стандарта, как бы, если кто знает, занимался, 15 на 15 сантиметров. Такие листы разного тоже плана здесь. Если честно, я как бы не фанат оригами, но иногда что-то можно сделать такое простенькое, типа самолетика, да. Такие вот с днем рождения. Для альбом типа открываешь, и там вот такая штука. Здесь разные тетради, вот видно. Муфу, Friends, вот. В
Вот такие тетрадки вот в школах используют. Я думаю, многие закупаются в Дайсе для детей, там вот тетрадь в клеточку. То есть в Японии как бы в основном используются тетради в клеточку. Есть как бы вот такие вообще без ничего. Она пустая, plain, то есть тут написано. Но в основном либо пустая, либо в клеточку. То есть какого-то другого формата я здесь не встречал. Но также вот для хирогана, катакана тут можно себе взять такую памятку. Как бы если вы изучаете только японский язык, это очень пригодится, я думаю. Ну да, сейчас 100 йен, правда, стоит она. Тут разные альбомы уже для рисования. Папочки. Папочки и бумаги. Но я думаю, здесь что рассказывать нет смысла. Это уже вот, это для блокнотов. Вот такая вещь. Это уже в полосочку есть здесь. Но сначала нужно купить сам блокнот. Я думаю, его здесь нету. Но есть папки для бумаг. Кстати, рекомендую взять одну из таких, для документов подойдет. Но, а ну вот такие, да, у них есть. Вот она как раз для тех вот листов. Вот 100 йен стоит. Покупаете здесь прям, и можно себе собрать небольшой тетрадь или еще что-то для занятий. Такие вот футляры, тоже по 100 йен. Народу здесь много. Ладно, пойдем. Вот, кстати, ручки. Здесь я покажу. Вот они здесь есть. Самые такие ходовые. Где тут у нас? А, ну вот. Вот такие самые ходовые. Вот 0,5 мм или же, ну, если кто любит трехцветные, либо вот обычные такие 0,6 мм. Это самые простые такие ручки, и надолго хватает, вообще как бы не паришься. Вот 0,5 мм тоже. Есть даже такие подарочные ручки, вот из Японии можно привезти кому-нибудь. Японский стиль, вот тут сумо или еще что-то. Прикольно, фламинго вот. Или даже вот такая вот мягкая вещь. Заяц там или кто там, кролик какой-то. Единорог. Вот тут разные, вот морковь, еще что-то. То есть, ну, есть из чего выбрать. Я бы рекомендовал, да, зайти сюда. Можно даже для детей что-нибудь подобрать, какой-то интересный предмет. Да, причем все они как бы, ну, именно продукция именно Дайса идет. Обычно ее в других магазинах вы не найдете, то есть только тут. Посмотрим. Тут игрушки уже пошли. Такие для улицы. Пистолеты вот всякие с пузырьками. И с другой стороны здесь снаки находятся. Вот, кстати, очень вкусные снаксы. Вот такие. Типа в виде макаронов там внутри. Чем-то напоминает, если кто ел эти роллтоны, только обжаренный роллтон такой. С, уже со специями. Вот. Для любителей такой вот закуски здесь прям будет офигенный выбор. Ну, есть также, кстати, маленькие калби, это вот креветки. Они продаются, кстати, в больших упаковках. Это здесь представлены маленькие. Есть и большие. Арахис. Ну, то есть тут есть все. Вот такая вот три штуки. Одна такая вот полоска стоит 100 йен. В некоторых случаях такие штуки стоят две полоски по 100 йен. Ну вот кто-то у меня спрашивал сладости что-то показать. Ну вот начнем мы с такого. Это такие типа кукурузные, даже печеньки что ли, что-то в этом духе. Вот здесь можно купить. Три штуки по 200 йен, пожалуйста, вот, продают.
Также вот известной сладостью такие, типа печенек получается. Потом что здесь есть? Ну, попкорны. Вот здесь написано одна штука по 100 йен. Есть места, где вот, к примеру, здесь, да, две банки по 100 йен. Ну, тоже выгодно, например, если бы в обычном хамбайке, в этом джидоу хамбайке, вы покупаете одну баночку кофе за 100 йен, или там за 70-80, то здесь две можно купить за 100 йен, что выгодно. Соки разные тоже, вот, кстати, соки, две банки по 100 йен, вот, можно купить. И здесь тоже разные соки есть. А с другой стороны, вот у них есть такие вот даже мясо, якинику, запечатанное. Ну, разные сладости, типа жевательных конфет. Я думаю, там уже вы сами придете, посмотрите. Я тут особо не разбираюсь в этом. Чего только нет здесь. Читос даже есть. Я думаю, но в некоторых городах до сих пор продается вот с сыром. Здесь три пачки по 100 йен, то есть здесь вообще 4 пачки по 100 йен. Что в целом норм, как бы, вот выбрать что-нибудь типа такого, да, для детей, блин, будет нормально. 100 йен, я думаю, они будут рады покушать что-нибудь такое. Чипсы, опять же, мини-упаковка чипсов. Есть большие упаковки, здесь две штуки по 100 йен, но я думаю, можно найти. Вот, кстати, хорошие крекеры такие, типа, ну, как крекеры. Опять же, это типа кукурузная такая вещь, две штуки по 100 йен. Ну и вот самые известные, это умай, да, умай называется. Это, если кто знает, кукурузные палочки, это только большие такие палочки с разными вкусами. Здесь их, блин, я фиг знает сколько штук. На выбор, вот. И там, и вокруг это все. 30 штук стоит, ну, то есть вот такая вот упаковка, 300 йен стоит. То есть одна штука 10 йен примерно выходит, что в целом нормально. Мне вот нравится... Спицы вот здесь есть такая небольшая, по-моему, еще разные вкусы. Здесь очень сложно понять, с чем они, потому что здесь по-японски все написано. Я думаю, те, кто придет, они не поймут, что это вообще такое, для чего. Вот, вот сверху написано, например, вот это с минтаем. Икра, это минтай икра, вот и вкус от нее. Вот это гютан, это типа с говядиной. Вот, пожалуйста. Вот это вот натто. Вот видите, натто здесь написано. То есть вот читайте, смотрите и выбирайте, что вам нужно, уже какие. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь у них. Соусы вот. Кстати, вот до этого я вам рассказывал там, что какой соус там, какой-то этот понзу или юзу понзу. Вот здесь, возможно, он тоже будет. Пока я его что-то не вижу. Вот для якинику соус есть сладкий. А есть соус средней остроты. Ну, гумадара — это один из самых известных соусов для щабу-щабу. Это именно для щабу-щабу. Вот видите туда. Хотя можно использовать где угодно его, я думаю. Но обычно некоторые соусы, они немного разбавлены, поэтому они рекомендуют их использовать для определенных блюд. Ну, тут разные уже. Даже карри есть, зеленый карри. Я думаю, те, кто в Таиланде был, они пробовали его, но те, кто не был, это вот одна из известных карри, таких азиатских. Вкус такой специфический, сразу скажу, не каждому понравится, но попробовать стоит определенно. Ну, либо, если вы любите более стандартную, то вот классическая такая, да, вещь как бы. Или если вы, например, любите карри японские, вот я бы рекомендовал привезти в Россию вот такие штуки в подарок. Офигенная вещь. Именно вот SB там, да, или какой-нибудь вот такого плана коробки.
там внутри находится уже готовый такой пакетик тоже с карри, его выливаете там. Ну, здесь приготовление написано, как оно, что делается. Либо в микроволновке, либо вот на плите 3-5 минут в кипящей воде. И все, и потом можно есть. Здесь вот показана острота. Это самый не острый, самый такой сладкий, как бы. А это очень острый. Вот это very hot. Дай карай, то есть это самый острый. Ну и также тут другие бренды есть, но я уже тут я не могу сказать, что почем. И какие вкусные, какие не очень. Типа вот таких вот. Поэтому тут уже сами будете смотреть, выбирать. Я думаю, вам рассказывать нечего. Также здесь, кстати, в Дайсе можно покупать и недорого батарейки. Вот такая вот упаковка стоит 100 йен, 5 штук. Или вот такая вот упаковка больших батареек, тоже 5 штук, стоит 100 йен. Также я здесь беру иногда вот для часов, для разных. Вот самые ходовые, вот 2032. Или же LR44, вот такие вот вещи, тоже по 100 йен удобно взять. Зажигалки есть для плиты, для газовой, если у вас автоподжига нету. Ну и попить что-нибудь, вода разная. Это сейчас скоро Хэллоуин будет, тут очень много тематических вещей, маски разные продаются. Вот такие маски, костюмы, то есть прям страшные вещи. Ха. Вот такие всякие шапочки, еще что-то, чтобы вот покрасить. Всякие раны, чего только нет. Ну тоже все по 100 йен. Вот такой костюм мясника. В общем, есть из чего выбрать. Шушера разная, новогодняя. Вот, метлы такие. Да, скоро это закончится, когда там 31 октября, по-моему, да, этот Хэллоуин. И после уже сменят на новогодние вещи. Ну, да, и вот еще скелетики. Такие вот. На дверь повесить удобно. Вот такой вот магазин Дайса. Большой, очень много разных товаров. Я многие не показал, но надеюсь, в целом представление о товарах вы имеете. Сразу скажу, что это не реклама, я здесь сам покупаю. И я думаю, многие, кто был в Японии, со мной согласятся, потому что один из лучших магазинов 100 йенных, который есть в Японии. Очень большой выбор товаров и большие, скажем так, скидоны бывают иногда, что которые вещи вы можете купить только где-нибудь в большом супермаркете, и это будет стоить дорого. Здесь Дайсо можно купить реально дешевле. И я бы рекомендовал именно вот в нем закупаться по первому времени, когда вы только приехали. А потом уже можете себе выбрать и другие вещи в других магазинах, где вам больше нравится. Но на первое время, я думаю, это один из лучших магазинов. Посмотрев на масштабы данного магазина, я вам скажу, что ну, показать все в одном видео это физически невозможно, потому что здесь не то что сотни товаров, здесь сотни тысяч товаров, я думаю, и это займет просто огромное количество времени. Ну вот и все, что я сегодня вам хотел показать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их обязательно в комментариях. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ну а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Пока.